Борьба с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Кардиостимуляторы как одно из решений. Насколько они необходимы и безопасны, а также о ситуации с их доступностью в Запорожском регионе, рассказали специалисты-кардиологи одного из профильных медицинских центров. Водители ритма, иначе кардиостимуляторы, предотвращают внезапную сердечную смерть и необходимы при нарушениях ритма, которые чреваты серьезными последствиями. Такое устройство имплантируется в тело человека, от него проходит электрод внутрь сердца. Стимулятор берет на себя функцию водителя ритма. Когда пульс человека становится ниже определенного значения, он включается, дает необходимую частоту, и у человека идет нужный ему ритм. Ранее, говорят специалисты, на подобные искусственные инженерные устройства поступали жалобы от пациентов. Они могли дать только определенный пульс, возникали проблемы при повышении нагрузки. Люди опасались перебоя в работе стимулятора, находясь рядом с бытовыми приборами. Врачи говорят, это свойственно только устройствам предыдущих поколений. Все современные стимуляторы, они имеют очень хорошую степень защиты от любого бытового оборудования. Нынешнее поколение стимуляторов, они имеют способность распознавать, когда у человека возникает нагрузка. И при нагрузке они пульс поднимают. Заканчивается нагрузка, стимуляторы пульс опускают. Кроме того, на фоне стимулятора можно дать необходимых таблеток в нужных дозах и в нужных веществах. И тогда человеку можно каким-то способом продлить жизнь, улучшить качество и получить максимум эффекта от лечения. Что касается Запорожского региона, то установка кардиостимуляторов проводят в двух медучреждениях – в областных кардиоцентре и клинической больнице. В 2016 году провели 200 операций с имплантированием кардиостимуляторов. В этом году в Запорожском кардиоцентре провели только 30 оперативных вмешательств. Однако ситуация может быстро меняться, учитывая возможное количество обострений сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных жарким летним периодом. Есть нехватка государственной субвенции, говорят специалисты. Так, по тендеру, проведенному в минувшем году, в 2017 ожидается поставка около 300 единиц устройств. При этом, если пациент захочет поставить более модернизированный кардиостимулятор за собственные средства, покупка такого устройства может обойтись в десятки тысяч гривен. В данный момент на базе центра есть возможность ставить стимуляторы за счет госсубвенции, говорит Алексей Григорьев. При этом акцентирует внимание, что самого оперативного вмешательства не стоит опасаться. Пациента тщательно к нему готовят. Операция длится около полутора часов. После – месячный курс интенсивной терапии на восстановление, и человек впоследствии может приступать и к физическим нагрузкам, и к занятиям спортом.